Хабаровском краеведческом музее готовят уникальную выставку, посвященную истории развития православия на Дальнем Востоке. С эскизами будущей экспозиции ознакомился митрополит Хабаровский и Преамурский Игнатий. О проекте и первых экспонатах выставки сюжет наших коллег. Ну что, с праздником, с началом праздника нашего. Митрополит Игнатий приехал в Градековский музей не с пустыми руками. Он передал в дар несколько экспонатов для готовящейся православной экспозиции. Но главный дар уже находится в музее. Паникадило, церковный светильник, готов к установке. Осталось где-то сантиметров 30. Помедленнее. Еще чуть-чуть. Давай, по миллиметру, поднимаем. Позолоченная люстра, украшенная 32 свечами, дар музею от митрополии. Заказывали ее в Софрино. Полутонный светильник не был изготовлен специально для музея, но вписался в интерьер идеально. Висит очень надежно, там такой настоящий тросик и лебедка. Мы не стали его фиксировать, потому что перегорит лампочка или что-то нужно почистить. Можно его опустить и поднять. Паникадило – это свет, источник света. Паникадило – это прообраз божественного света. Это особое благословение. После того, как паникадило установили, директор музея Николай Рубан показал владыке Игнатию эскизы будущей экспозиции. Митрополит остался доволен. Симбиоз храма и музея сложился. Нельзя воспроизводить храм. Нужна какая-то стилизация. С другой стороны, нельзя, чтобы эта экспозиция смотрелась как обычное помещение, пусть даже очень красиво. И как окончательное одобрение, письменное благословение будущего интерьера. Вот так вот создаются экспонаты для музея. Новая экспозиция православной культуры станет прецедентом. Такой в музеях края до сих пор не было. Часть экспонатов будет перенесена из запасников музея. Что-то жертвуют прихожане хабаровских храмов. Духовная семинария тоже обещает помочь. Экспозиция еще не открылась, но музейные работники из других городов уже просят поделиться опытом. Нам уже даже сейчас на стадии еще разработки документации уже задают вопрос, а как бы хорошо было, если бы вы нам помогли там где-то в уголочке что-то сделать. В перспективе здесь появятся фрески, стенды для экспонатов в форме церковных столпов, будет звучать духовная музыка. Открытие зала православной культуры планируется на лето.